Ольга Бузова вмешалась в скандал, разгоревшийся на фоне романа Виктории Лопыревой с Игорем Булатовым. Бизнесмен, предполагаемый отец ребенка модели, совсем недавно развелся с женой, Татой Карапетян. А 7 месяцев назад теперь уже бывшая супруга родила Булатову 2-го ребенка. Примерно в то же время, по сведениям прессы, забеременела Виктория. В светских кругах широко обсуждается тот факт, что Лопырева, судя по срокам, начала встречаться с Булатовым, когда тот еще был женат. Ее обвиняют в том, что она увела бизнесмена из семьи с маленькими детьми. Более того, в СМИ уверены, что Виктория сама заказала съемку папарацци, недавно попавшую в сеть, благодаря которой все узнали о ее романе с бизнесменом. Очень резко на слухи о том, что Виктория разрушила чужое семейное счастье, отреагировала Бузова, которая когда-то и сама прошла через это. В 2016 году ее муж Дмитрий Тарасов увлекся моделью Анастасией Костенко, которая сейчас является его женой. «Спать с женатыми мужчинами – это дно», – высказалась Ольга о поступке Виктории. Лопырева намекает, что ей есть чем себя оправдать, но этого делать не будет. «Не хочу ввязываться в это, несмотря на мерзкие комментарии. Хочу просто наслаждаться своим положением и любимым человеком рядом», – говорит модель. В скором времени в Майами появится на свет первенец Виктории, о рождении которого она так давно мечтала.